А в этом ролике я буду играть только сплэш юнитами в бесконечный режим Endless Mod в Tower Tower Defense в Roblox. Ну, а перед началом этого видео я хочу тебе сделать конкурс на вот такого Синистра Титана ТВ-мена. Для его участия тебе надо первое поставить лайк, второе подписаться на мой канал и третье написать любой комментарий от 5 слов со своим ником от Roblox. Ну, а также зайти в мой телеграм-канал, потому что итоги будут там. Ну, а также в моем телеграм-канале сейчас проходит масштабный конкурс на 50 тысяч подписчиков. Там можно выиграть кучу интов, заходи и участвуй. Ссылочка есть в описании. Ну и, в принципе, я не буду вас задерживать, погнали к данному видеоролику. RBXFail.io. Сайт, где робоксы всегда в наличии, и у них очень выгодный курс на покупку робоксов. Представьте, у них курс 1 рубль к 1,5 робокса. Робоксы, которые ты купил, ты можешь вывести моментально по методу трансфера. У RBXFail огромное количество положительных отзывов. Но также хочу тебе кое-что сказать. Присутствует бонусная система, в которой, пригласив друга, игроки смогут получать 40 робоксов за одну покупку приглашенного друга. Ну а друг, который использовал промокод, тоже получит 40 робоксов. Но перед покупкой ты сможешь ввести мой промокод и получить робоксы. Также можешь получить бонусные робоксы, выполнив задания на сайте. У RBXFail есть свой дискорд-сервер, где еженедельно проходят конкурсы на бесплатные робоксы. И еще у RBXFail проходит масштабный конкурс на 100 тысяч робоксов в своей группе ВКонтакте. Быстрее заходи и участвуй. Все ссылочки в закрепленном комментарии. Ну и, в принципе, снова всем привет. Как вы поняли, сегодня я буду играть только с сплэш-юнитами. И сегодня я решил взять вот таких вот юнитов. Я взял Титана Презентмена, потому что, ну, я посмотрел, это достаточно хороший сплэш-юнит. Потом взял вот этого вот мифика, Large Firework Камерамена, у него тоже сплэш. Потом взял Синистра Титана ТВ-мена, тоже у него сплэш. Взял Санта ТВ-мена, чтобы просто фармить денежки, потому что, ну, без этого я никак не смогу выиграть этот режим. И взял Шефа ТВ-мена, так как, ну, это очень крутой мифик, и который реально мне очень сильно поможет дойти до какой-нибудь большой волны. Ну и, в принципе, давайте уже будем заходить в этот Toilet Fortress в Endless Mod и уже посмотрим, до какой я волны смогу дойти. Но я бы очень хотел дойти хотя бы до какой-нибудь там 45-й, и я бы был уже рад. Ну а пока что давайте сразу же ставим Санта ТВ-мена, включаем автоскип. Санта ТВ-мена мы сразу же поставили. Моя тактика заключается в том, что я сначала ставлю вот сюда Шефа ТВ-мена, и он сразу же атакует на две стороны. И получается, он один справляется с двумя сторонами, первые 10 волн он будет спокойно справляться. Но потом надо будет его прокачивать и уже так далее. Так, сейчас я еще одну Санту ставлю. И теперь просто будем ждать, потому что сейчас эти туалетики пройдут. В принципе, с ними я ничего не смогу сделать, так как мне просто некого сейчас ставить. Потому что все мои юниты просто достаточно огроменной цены. Кроме, конечно, Шефа ТВ-мена. Шеф ТВ-мен это единственный юнит, который достаточно дешевый. Сейчас мне надо нафармить еще 50 долларов. Сейчас скипнется буквально еще одна волна. И я уже буду готов ставить этого вот Шефа ТВ-мена. И также, ребят, пока еще не скипнулась волна, я хочу вам сказать то, что у меня сейчас появилось кучу скамеров под моими никами. Ребят, у меня есть рюкзак, а у скамеров большинство нет рюкзака. А если даже у них тоже есть рюкзак, то смотрите, вот здесь у меня ник вот такой вот, запомните, пожалуйста. Вот именно вот такой вот ник. Если какой-то другой, то, пожалуйста, не скамьтесь. Давайте сейчас я ставлю Шефа. И получается, смотрите, не по верхнему нику, а именно по нижнему, потому что нижний ник это основной. Если вы не хотите потерять своих юнитов, никогда не давайте ни подарки, ничего. Потому что я не принимаю подарки не в стрима. Я принимаю подарки только на стриме. И также не сигни юнитов больше никогда. Ну и ладно, в принципе, я уже пришел Шефа на второй уровень, и это уже очень хорошо. Он должен справляться. По идее, да, он справляется. Сейчас я ставлю еще одного Санта ТВ-мена. Вот так вот я его поставлю. И сейчас начну их прокачивать, всех Сант. Уже двух прокачал. Надеюсь, мой Шеф ТВ-мен будет справляться. Но за то, что у него сплэш, это очень круто. И вообще, за то, что у моих всех юнитов есть сплэш, это реально очень прям хорошо. То, что он будет атаковать сразу же по двоим или даже троим туалетом. А главное, чтобы он никого не пропускал, я прокачиваю еще раз Санту. Сейчас я его прокачаю еще раз. Вот уже на третьем уровне. Сейчас я докачаю всех Сант на третьем уровне. И буду прокачивать Шефа ТВ-мена также на третий, чтобы у него превысился радиус. И также урон вроде тоже повышается. Да, и урон у него тоже повышается. Чтобы он был побольше, радиус это самое главное. У Шефа особенно это прям реально очень круто. И сейчас я уже почти прокачал всех Сант. Так, этот последний остался. Но сейчас, кажется, я смогу, да, накопить. Буквально надо еще одного туалетика копить. Все, я прокачиваю Санту и теперь буду копить 1000 долларов на прокачку Шефа ТВ-мена. Чтобы мне его прокачать, надо 1000. Все, я накопил уже и прокачал. У меня появилась такая желтая линия, то что он еще теперь и вот здесь вот атакует. И еще вот здесь вот он уже будет взрывать их. А там именно он без взрыва будет просто атаковать без сплэша, как я еще понял. А вот именно когда они заходят эту красную линию, тут он уже начинает
начинает атаковать сплэшем. Думаю, давайте еще поставим вот сюда вот это вот Large Firework Cameramana. Все, я уже поставил Firework Cameramana. Вдвоем они должны справляться. И давайте поставим сразу же Синистр Титана ТВ-мена. Куда бы мне его поставить? Когда он помещается? Он-то вообще такой огромный, то, что я вообще никуда его не могу его поставить. Так, вот сюда могу. О, могу, куда ты сюда мог. Во, все, поставил. И теперь он также будет замедлять туалетов и атаковать их сплэшем. Так, давайте сразу же поставим Титана Презентмена. Куда-нибудь вот сюда вот могу, тоже нет. Или могу. Так, вот сюда вот могу, ставим тоже. И теперь они просто вдвоем жестко прям начинают бить этих туалетов. Сейчас я буду докачивать Санта Телменов пока что. Я тут поставил, в принципе, достаточно много юнитов. И они теперь должны, по идее, справляться. Хотя вот этого Мейнгана они пропускают потихонечку, но нет, все-таки они его смогли победить. Так, все, у меня все уже прокачаны на 4-й уровень, все фермы прокачаны. Теперь, думаю, сейчас еще продолжу их качать на 5-й уровень. Мне надо всего лишь 3000, это, в принципе, немного. Буквально надо еще одну волну подождать, и у меня уже будет снова денежки. Не, ну эти два титана все-таки прям очень сильные. Так, все, я прокачал Санта Телмена, и теперь у меня все Санта Телмена на 5 уровне. Давайте уже теперь прокачаем все-таки своих вот этих вот юнит. Давайте сначала начнем с Large Firework Cameramana. Потому что прокачка, в принципе, у него стоит немного, а он достаточно сильный. И, кстати, ребят, идею я взял у своего подписчика. Он написал идею, я ее взял, в принципе, как обещал. Его ник находится у вас на экране. Спасибо им большое за идею. И если вы хотите также попасть в ролик, пишите свою идею. Может, именно вас я выберу и вставлю в ролик. Так, ну а я пока продолжаю. Сейчас, в принципе, я прокачал Large Firework Cameramana. И теперь давайте я продолжу пока что прокачивать фермы. Оп, прокачиваю. Вот это я тоже сейчас прокачиваю. И вот эту последнюю сейчас ферму прокачать. У меня все фермы уже будут на 6 уровне. Ну, все, в принципе, я ее прокачиваю. И теперь думаю, даже не знаю, кого прокачать. Давайте-ка я прокачаю Титана Презентмена на 2 уровень. Я прокачал, и следующая прокачка стоит 40 тысяч. Офигеть, как же много. Пока что я эту прокачку отложу. И начну прокачивать Синистра Титана ТВ-мена. Также хочу прокачать его, пока прокачка не станет слишком дорогой, я буду его прокачивать. И также мне нельзя забывать про шефа, так как он тоже очень сильно мне будет помогать. Так, прокачиваем. Сейчас, наверное, я прокачаю шефа лучше. Чтоб шеф тоже достаточно... Точнее, желательно, чтобы он шеф еще доставал до сюда. Я не знаю, радиус у него вообще превысится хорошо, либо нет. А нет, все-таки он будет 100% доставать вот до вот, где я стою, именно он будет доставать. Но нужно достать вот до сюда. Это хорошо. Тут уже, кстати, этот мутант таулет. Надеюсь, мы его сможем победить. Надеюсь, мы его не пропустим. Следующая прокачка шефа стоит недорого. Но, кстати, недорого. Я уже почти на нее накопил. Благодаря Санта Телменам копить деньги вообще очень легко. И паразит или что? Кто? Нет, его просто кто-то оглушил. Даже не видел, кто его оглушил. Ну ладно, должны сейчас всех, в принципе, тут победить. А вот и пришел Dual Blade Toilet. Две штуки. Я прокачиваю шефа Телмена и надеюсь, они справятся. Я пока что выключаю автоскип, потому что уже начались такие небольшие проблемки. Потому что тут пошло кучу Dual Glove туалетов, разных туалетов. Прям тут кучу пошло. Я надеюсь, я справлюсь со всеми ими. Но благодаря шефу, то, что я прокачал уже до такого уровня, мне кажется, я справлюсь со всеми. Ну давайте пока что продолжим прокачивать фермы. Уже у меня одна ферма на 7 уровне. Я нажимаю скип, прокачиваю еще одну, и мне осталось прокачать последнюю ферму, и у меня все фермы будут на 7, и останется прокачать только на 8, и я, скорее всего, буду прокачивать, потому что я хочу прокачать этого Титана Презентмена на максимальный уровень, а у него максимальный уровень стоит 40 тысяч долларов, и я хочу поставить их штучки 3 и прокачать их на максимум. Так, сейчас я прокачал Синистра Титана Телмена еще на один уровень, сейчас уже у него 3 уровень. Так, в принципе, мне сейчас, наверное, дальше надо прокачивать Санта Телменов уже на 8, на их максимальное, чтобы они мне давали не по 1500, а по 2000. Все, я уже почти накопил. Все, я накопил у него 10 тысяч, только что было долларов у меня на балансе. Так, осталось прокачать мне еще 2 Санта Телмена. Но сейчас после этой волны, скорее всего, я уже смогу их прокачать. Но либо одного я точно прокачаю, насчет двух я не знаю. Смогу ли больше нет. А нет, двоих я не смогу, но одну я прокачал и уже почти накопил на вторую. Мне буквально 1000 долларов тут осталось, но сейчас я побежду, в принципе, этих туалетиков. И у меня уже будет хватать. Так, все, оп, я прокачиваю, и теперь у меня все Санты. 3 штучки прокачаны на 8 максимальный их уровень. Сейчас я еще прокачаю шефа также на максимальный, и еще буду докачивать Синистра, и потом Large Firework Cameramana, и уже под последок буду прокачивать этого Титана Презентмена. 40 тысяч, я не знаю, конечно, как я буду копить, и у меня прошли тут пару туалетов. Надеюсь, я все-таки успею их тут победить.
Главное, чтобы вот здесь вот их успеть победить, когда они тут будут пробегать. Но надеюсь, мой шеф справится, потому что вроде да, больше никакие юниты, кроме шефа, не достают вот до вот этой вот линии. Так, все, шеф начинает их бить, а он, скорее всего, даже и справится, да, потому что он очень сильный. Просто посмотрите, как он его быстро убивает. Считайте, то, что он один, и он, да, смог. Все, я прокачиваю шефа, он достает аж вот до сюда, вот, офигеть, как же он все-таки далеко достает. И теперь прокачаю-ка я Синистра Титана этого мэна также на максимальный уровень. Вроде это его максимальный, либо же нет, я не знаю, сейчас мы, в принципе, вместе с вами и посмотрим. Оп, все, я прокачиваю, нет, это его не максимальный уровень, его еще есть уровень, который стоит 12 тысяч. Это тоже прям очень много, но он стал уже, как я понял, очень сильным и почти даже достает вот до этой линии. Если сейчас, по идее, его прокачаю, возможно, он будет доставать. Так, кстати, смотрите, у меня идут тут два гиганта, блин, туалета. Но давайте я сейчас прокачаю еще Синистра Титана этого мэна. И у него еще одна прокачка есть. 14 тысяч она стоит, офигеть. У него уменьшится кулдаун и уменьшится дамаг. Это, конечно, минус. А, у меня еще, кажется, тут туалет шел. Ну ладно, я его, в принципе, задефал. 30 тысяч хп, я должен успеть его победить. Но пока что я автоскипну и начну убивать уже этих туалетов, которые идут вот отсюда. А нет, этих я тоже пропустил. Как-то вообще очень странно. Как-то вообще прям реально очень даже сложно. Давайте сейчас поставлю еще одного до шефа этого мэна, потому что, мне кажется, один он не справится. Я прокачиваю как раз идеально на 5 уровень, и надеюсь, вдвоем они справятся и победят этих всех туалетов, которые тут прошли. Давайте, мои шефы этого мэна, надеюсь, вы справитесь. Две штучки у меня тут стоят, и надеюсь, они вдвоем смогут победить этих всех туалетов. Но, в принципе, они вроде даже и справляются. Он уже, точнее, они вдвоем уже почти победили. Все, Бузов мутанта они победили, и он один оглушил их двоих. Нет, пожалуйста, куда ты пошел? О, хорошо, они оживились, так сказать. Такс, опять он оглушил. Ладно, я уже привык, да, вот так вот делаем. Продаем, вот здесь вот еще ставим. Вот так вот, и вот здесь еще одного, и вот тут еще одного. Давайте просто, наконец-то я его победил. Сколько просто шефов потратил на это все. Так, удаляем всех шефов, потому что зачем мне они прям тут не нужны. Мне надо всю оборону сану ставить вот туда вот. Так как у меня, скорее всего, сейчас опять какой-то там жесткий туалет проходит. А нет, никто не прошел. И это очень хорошо, то что у меня никто вроде больше не проходит. Но мне кажется, я дойду максимум до какой-нибудь 40-й волны, так как уже на 34-й у меня чуть ли не прошел один маленький туалетик. Но надеюсь, ребят, мы с вами дойдем хотя бы до 45-й, и я вообще буду очень даже сильно этому рад. Тут пошли машинки, а возможно, вот это моя и последняя волна как раз. Я прокачиваю уже вот это вот шеф этого мэна еще, и ставлю сюда вот Синистра, потому что, ну, это, я не знаю, это единственный выход из моей, так сказать, не очень хорошей ситуации, так у меня прошло кучу уфо, кучу разных туалетов, просто посмотрите, тут два уфо туалета, даже три, получается, вот эта машинка есть, но я, скорее всего, смогу победить, в принципе, она одна. Сейчас прокачиваю еще вот так вот Ларшего камерамена на второй уровень. Все, машинку я вообще легко победил. Надеюсь, я все-таки смогу победить этих еще уфо туалетов. Это вообще самая большая проблемка. Из-за того, что они заходят так вот, вот в инвиз, и из-за этого я не могу их убивать. Это прям очень сложно из-за этого становится. И я, скорее всего, не смогу. И, возможно, сейчас меня будут удалять юнитов и переставлять. Потому что вот одну я... Все, одну я победил. А вторую смогу ли я победить вот за такое вот короткое время, я не знаю. Тем более, он еще и оглушает. Ладно, тут еще идет, в принципе, Flying Rocket Launcher Toilet, его я тоже побеждаю. И остался уфо, давайте, давайте, чуть осталось. Давайте, да, все, нифига, все-таки шефы очень жесткие. Давайте-ка я побольше шефов поставлю, потому что благодаря им я просто легко вообще выигрываю. Вот так уставлю, потом, не, в принципе, четверых мне штучек должно хватить. И давайте поставлю еще одного Годли Титана Present Man, куда-нибудь вот сюда вот я ставлю. Ставлю еще вот сюда вот Годли, просто как я хотел, три штучки. И, наверное, все. Сразу же прокачаю его, чтобы он доставал еще и вот до сюда вот. Теперь у меня вообще все идеально, в принципе, юниты все поставлены, которые могут быть поставлены, и больше оставить не могу. Если проиграть, я уже даже ничего сделать не смогу, так как у меня 14-15 юнитов. Я поставлю, наверное, куда-нибудь вот сюда вот еще одного Ларш, вот этого вот Фервер Камерамена, или кого? Не, давайте лучше поставлю Синистра Титана Теомена куда-нибудь тоже вот сюда. Давайте я скипну и вот сюда вот его куда-нибудь поставлю. Я вот сюда вот поставлю, в принципе, для него это хорошее местечко. Так, у меня тут идет Волдер Туалет, его я, в принципе, задефал, все хорошо. Тут еще идет Клав Туалет, Мультиклав, офигеть, как же просто тут много туалетов идут, я даже вот так вот не могу просто на них смотреть, потому что тут прям очень много всего тут летает, всякие вот эти юниты сражаются против этих туалетов. Так, все прокачиваю шефов, потому что
что шеф это самое главное, их надо всех прокачать на максимальный уровень, чтобы было все не так уж и сложно. Так, давайте еще прокачаю вот это вот Ларш Феврок Камерамена, тоже на фул хочу его прокачать, потому что я очень хочу посмотреть, что он делает на последнем уровне. Так, что тут у меня идет? Клав Туалет, в принципе, могу скипнуть и прокачиваю его, прокачиваю, еще даже можно прокачать, уже 4000 стоит его прокачка, на пятом уровне он вот так вот выглядит, прикольно. Так, что тут, маленькие туалетики, паразиты тут идут, паразиты это очень опасненько. Так, с этих туалетов я смог задефать, я прокачиваю, все, у него максимальный уровень. Вот с такой ракетницей он будет стрелять, офигеть. В одну секунду сносит 10 тысяч урона, в принципе, хорошо. Так, с этих всех я тоже, по идее, должен победить или нет, или я все-таки их не смогу победить. Тут прошел хеликоптер-паразит, еще один паразит заразил моего синистра титана ТВ-мена. В принципе, его уже победили, все, хорошо, я скипаю дальше. И, наверное, еще прокачаю вот этого тоже Ларш Фейерворка, чтобы он тоже хорошо нам помогал. Я, кстати, уже почти накопил на прокачку этого синистра титана ТВ-мена. Мне осталось всего лишь что 1500, и у меня пошел этот босс, которого я очень сильно не люблю, Глич Тоулет. Из-за него я в большинстве случаев все время умираю, из-за того, что он очень быстрый и он спокойно может пройти. Без инженера его задефать очень сложно, но надеюсь, я все-таки смогу, и мои шефы успеют его замедлить, чтобы он прям не улетел очень быстро. Так что я прокачиваю снизу Ротина Томена, у него еще один уровень есть, 18200, все, хорошо, я его победил. Могу так-то скипать, и теперь еще я еще не накопил на прокачку этого синистра Титана Томена, просто огроменная прокачка стоит у этих сплэш-юнитов. У этого 18 тысяч, у этого вообще 40 тысяч. Как так вообще? Я не понимаю, как прокачивать. Например, если у тебя нет фермы, ты вообще, ну, не, вот это невозможно прокачать его на максимальный его уровень. У меня такая тут проблемочка небольшая. У меня пошло тут просто куча туалетов. Просто раз, два, три, четыре. 4 гиганта, нет, даже 5 гигантов Блейд Туалетов, и еще один мутант-ассасин, и еще вот здесь, но в принципе его я уже почти победил. Надеюсь, мои юниты с ними справятся, если не справятся, то будет очень жалко, и я просто возьму и проиграю. Нет, они их пропускают, пожалуйста, стойте, давайте, давайте, мои юниты. Нет, они их пропустили, мне надо срочно что-то делать. У меня просто все юниты поставлены, 15 из 15, так, 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 кого мне удалить? Давайте я удалю вот этого синистра Титана Тауэна, вот этого Титана Презентмена, потом кого еще? Вот этого Титана Презентмена. И, в принципе, 3 юнита, чтобы задефать, мне, скорее всего, даже и хватит. Хотя, не знаю. Так, ставим давайте сюда вот шефа ТВ-мена. Вот сюда вот давайте вот этого Ларш Феврока поставим. И вот сюда вот давайте еще поставим, наверное, кого? Тоже шефа ТВ-мена. Надеюсь, они все-таки справятся. Прокачиваем. И мне все, мне больше не хватает. Я только смог прокачать только 2 юнита. Так, он его просто взял и оглушил, серьезно? Пожалуйста, ну нет, ну давайте, справляйтесь. Я просто сейчас удалю, они не будут вот еще вот этих вот туалетов убивать. И из-за этого я вообще 100% проиграю. А тут еще идут очень много у фотолетов, но нет, ну не проигрывайте, пожалуйста. Я прокачиваю вот этого шефа мэна. Кстати, они тех двоих задефали. Но нет, все, мне надо срочно просто удалять вот этих всех юнитов. Фермы, 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 фермы. Удаляем. Все, мне денег хватает. Прокачиваем быстрее, быстрее, быстрее. Просто, пожалуйста. Так, вот этого и вот этого. Ставим и прокачиваем. Прокачиваем, прокачиваем и прокачиваем. Давайте, давайте. Ну нет, стойте, стойте. Ну не проходите, пожалуйста. Ну нет. Так, остался. Нет, нет, стой. Куда, стой? Ну... Пипец, там просто оставалось чуть-чуть, ё-моё, я проиграл. Это пипец, я просто взял и проиграл. Давайте сейчас откроем 10 штучек, в принципе, я накопил немножко денежек. Ого-го, какое же все тут плохое, ладно. Ребят, если вам понравился этот ролик, то давайте на этом видео наберем 700 лайков. Я буду вам очень сильно благодарен. Спасибо всем большое, кто досмотрел этот ролик до конца. Не забывайте выступать в мой телеграм-канал, ставить лайки и подписываться. Спасибо всем большое, всем удачи и всем пока-пока.